Слава Господу! Церковь, присаживайтесь для лучшего, знаете, просмотра. Хорошо, если вы присядете. Читаем место Священного Писания, Матфея 18:10, относительно проповеди, которая звучала. Смотрите, Господь говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Слава Богу! Мы сейчас спросим родителей, какие имена они дали детям своим. Элси. Ной. Роза. Тимофей. Ноа. Есфирка. Есфирка. Дарья. Тимофей. Илья. Наоми. Майкл. Виктор. Эстер. Элла, Эмма. Эсми. Сайлес. Слава Господу! Прекрасные детки, прекрасные имена. Один вопрос к вам, родителям. Будете ли вы воспитывать деток своих в науке Божьей, так, как в церкви преподается? Если согласны, скажите «да». Пусть Господь благословит. Я прошу, чтобы братья вышли. Наш брат посчитал, сколько. Я думаю, что братьев хватит. Мы возьмем на руки, чтобы совершать молитву. Какое-то спокойное утро сегодня, да, братья и сестры? Не плачут. Все? Давайте встанем в церковь и совершим молитву. Аллилуйя, благословен Господь! Великие чудные дела Твои, Вседержитель! Мы благодарим Тебя, что мы у Тебя важны, драгоценны. Ты за нас заплатил, Господь! На Голгофском кресте кровью Своей искупил. Боже, свят, свят, свят Бог Саваоф. Сейчас земля полна славы Твоей. Церковь молится, небеса открыты, и Ты внимаешь молитвам народа Твоего. Детки принесены под благословляющую Твою руку. Некогда ученики возбраняли, а Ты сказал, пустите, не препятствуйте. Слава Тебе, Господь! Мы благодарны за родителей, которые научают своих детей в науке Твоей, которые принимают всех детей, как от руки Твоей. Господи, слава Тебе! Благослови этих деток, конкретного этого мальчика Ноа, который, Господи, пришел в семью как благословение. Дай мудрость родителям воспитать. Благослови, чтобы братики и сестры, которые в семьях уже есть, они приняли и этого, и всех этих деток, Господи. Сохрани от зла, от греха, от болезней, чтобы в свое время они совершили покаяние, приняли водное крещение, служили Тебе, крести Духом Святым. Боже, да устрояется мир Твой и благодать в сердцах, в
в жизни, в хождении этих деток. Боже, благослови, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Господь, Абба Отче. Когда придет лукавый, захочет пускать свои стрелы раскаленные, защити, Господь, защити, Боже, их. Слава Тебе, Господь, хвала Тебе, что родители поверили в то, что Твои благословения, они выше всех богатств земных, свят Бог Эммануил. Мы благодарим Тебя за эту науку, которую Ты преподал, Боже. И Ты сказал, смотрите, не притесняйте малых сих, потому что ангелы на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Благослови этих детей, Господь. Благослови всех деток, которые в воскресных школах учатся, которые остались по домам нашим, чтобы ни одной из них не было презрения, Боже. Боже, для каждого Ты избрал судьбу, чтобы он жил и прославлял имя великого Бога. Благослови своими благословениями. Сохрани от зла, от греха, от всего ненужного, Боже. Да будет обитать благость Твоя и благодать, Боже, в сердцах и в семьях этих. Слава Тебе, Господь! Хвала Тебе, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем разом співати «Мой дом, я служить хотім Христос лиш одному». Мой дом, я служить хотім тебе, Христос, лиш одному. Мотай мне сили самому послать. Тоже вы можете присаживаться. Да благословит Господь вас. Сейчас за нужды молитвы. Брат Половец.